Всем привет, мы на канале SEO Quick, и сегодня мы расскажем вам очень такую необычную тему. Это про то, как нужно бороться с SEO-конкурентами. Да, тема такая специфическая, и я постараюсь рассказать, какие бывают грязные методы SEO-продвижения, которые могут использовать конкуренты против вас, просто конкурируя вместе с вами. Вы можете продвигаться такой весь белый и пушистый, конкуренты продвигаются черными методами, вас это злит и бесит, и вы не знаете, как с этим бороться. Я вам подскажу, как на самом деле с этим легко бороться, как в Гугле, так и в Яндексе. Итак, оставайтесь с нами, я расскажу все про то, как нужно бороться с нечестными конкурентами в поиске в SEO от А до Я. Поехали! Как я узнал об этой теме? Ранее ко мне обратился клиент, который рассказал про то, что его конкурент берет его фотографии. Он тогда спросил, как мне поступить, что мне с этим делать. Я посоветовал ему обратиться на специальный сервис, об этом я расскажу чуть попозже, и написать на него жалобу. И спустя время это удалось. Жалоба сработала, и контент конкурента был полностью удален из выдачи. И это сработало, потому что действительно нельзя бороться так просто по-грязному с конкурентами, просто воруя их фотографии. Google не сразу срабатывает, нужно действительно его подталкивать, помогать и доказывать это. Если вы думаете, что вы такой весь белый, пушистый, создаете себе контент, там, паритесь, делаете его, а ваши конкуренты просто его воруют, забирают трафик, пускай даже никакой, но все-таки трафик забирают на то, что берут ваш контент, чуть-чуть его уникализируют и забирают практически у вас весь трафик, то вы можете с этим бороться, и вы должны с этим бороться, иначе вы попросту будете работать, а конкуренты будут вас попросту забирать все плоды вашего труда. На эту мысль меня натолкнула статья, которую я нашел на сайте LeafPage про автора Алексея Андрусенко. Он рассказывает про то, как пожаловаться на украденный контент и дизайн. И он рассказывает про ситуацию про Михаила Щербачева, который опубликовал пост в Фейсбуке, как он избавился от конкурента. То есть, в целом, меня это заинтриговало. И то есть, он рассказывал, вы, если помните про авторское право копирования материала, вот как это работает на самом деле. Он подал запрос, подтвердились урлы, какие нужны были урлы, рассмотрели, и конкурент был удален. Что же это за урлы? Сейчас мы, конечно же, расскажем про эти урлы, про которые они идут. В статье рассказывается про сервисы, там, про защиту от копирования, про то, что нужно делать скриншоты. Да, обязательно делайте всегда скриншоты. Я пользуюсь сервисом LightShot. Сохраняйте в себе все свои скриншоты непосредственно на компьютер. Могут быть любые, и старайтесь делать полноскринные скриншоты для доказательства, чтобы было указано время, когда вы его сделали, URL, по которому вы его сделали. То есть подсвечивайте URL обязательно и показывайте этот скриншот непосредственно. Скриншоты сохраняйте, чтобы они параллельно, вы можете сохранять их как на веб-сервере, так и параллельно в виде файла, чтобы не было намека, что вы его могли изменить. То есть в самой заявке старайтесь эти скриншоты как-то обосновать, что они существуют на самом деле. Пройдемся еще по этой статье. Тут рассказывается про другие методы защиты от воровства, но мы не будем рассказывать, как защищаться. Мы будем рассказывать, если у вас уже обокрали. То есть, и есть, конечно же, вариант, рассказывают про компанию, которая делает это все за деньги, рассматривает каждую жалобу за деньги. По факту я бы с ней бы работал, если у вас действительно возникают трудности, но она хорошо работает в англоязычном сегменте. Почему? Потому что ценники $200 за обращение, вы можете поизучить, как она работает, этот сервис. И рассматривают огромное количество жалоб, но должны понимать, в соответствии, допустим, сколько денег вы теряете, да, и сколько вы готовы на это потратить. То есть, ну, в среднем от $200 одно обращение. Вот. Ну, а сейчас мы будем говорить по поводу того, как работать непосредственно, допустим, с другими поисковыми системами. Как вы видите, да, они говорят, что по Яндексу все равно украли ваш контент или нет. Я про это расскажу чуть попозже, все-таки пожаловаться можно. Итак, по поводу Гугла. По поводу Гугла существует известный всем нам Google Webmaster. В Google Webmaster есть веб-инструменты. Но если мы перейдем в эти веб-инструменты, мы ничего не увидим. Вот все есть там. Справочка, средства тестирования, там, злоупотребление. Но мы здесь ничего не увидим. Ничего. Вот просто. Search Console, мы вернемся обратно. Вы спросите, где эти службы? А эти службы, к сожалению, скрыты. И просто так на них не попасть. Итак, если кто-то украл у вас контент, вы можете непосредственно создать заявление. Вы нажимаете «Создать заявление».
и заполняете его. Здесь описано, как они реагируют, как работает по этому закону. Учтите, что работает по конкретному закону в США, а не в какой-то другой стране. Поэтому нужно, ну, как следует изучить, как нужно будет работать, как нужно будет оценить. То есть и здесь все нужно выписывать. И жалоба идет от своего имени, либо выбрать владельца. То есть доказать, что это вы, название компании, указать себя, в каком регионе происходят все эти события, указать адрес электронной почты, желательно тот самый, на котором непосредственно у вас вебмастер, ну, в принципе, можно и любой другой. Вот. Здесь можно нет, то есть если это трансляция предстоящего события. И вот здесь вы описываете всем, где материалы, где можно с экземпляром произведения, здесь урлы, нужно указать, где находится оригинал. И непосредственно вот здесь приложить дата и подпись. И после того, что вы заявляете, вы здесь не должны никак, ну, не сообщать никакой недостоверной информации. Постарайтесь обязательно по максимуму изложить так, чтобы к вам невозможно было придраться. Если вы делаете это впервые, обратитесь, если надо, к юристу, чтобы он помог вам текстовую часть, вот там небольшой текстовый блок, где нужно вот описать, что происходит. То есть вы можете использовать примеры, но постарайтесь написать так, чтобы это было не истолковано никак иначе. Почему? Потому что здесь фактически идет разбор именно юридическим отделом, а не просто какой-то службой поддержки, которая вам показывает, зайдите сюда, кликните сюда. Вот. Здесь непосредственно нужно добавлять документы, то есть тому подобного и тому подобное. Итак, если вы разбираетесь с этим, это хорошо. Здесь справка, вы можете изучить справку, как работает этот сервис. Здесь нет ничего сложного. То есть можно запросить повторное сканирование, то есть и тому подобное. Инструмент удаления URL. Вот теперь непосредственно переходим к следующему виду. Вы всегда знаете, что иногда на вас могут сделать некачественные ссылки. И сейчас мы немного об этом поговорим. Второй способ борьбы конкурентов с вами, конечно же, они могут накидать на вас кучу спамных ссылок. Допустим, ссылки с каких-то дорвейных доменов, либо там с мертвых ПБНов, которые уже давно-давно скомпрометированы, могут легко быть слиты на атаку на конкурента. Более того, там могут быть сайты, которые генерируют вирусные страницы, могут ссылаться на вас сквозными ссылками. И таким образом обычно страдает как сайт, который размещает эту ссылку, так и тот, на кого она адресована. Почему? Потому что конкуренты могут использовать трюк, который я скажу чуть дальше, против вас. И вы должны тоже защититься, некий такой экспеллиармус с Гарри Поттера. Экспеллиармус! Вы должны заранее защищаться от вирусных ссылок. Как же их находить? Все вирусные ссылки нужно искать непосредственно либо в вебмастере Google, либо пользоваться сторонними сервисами, которые сканируют ссылки. Это Moz.com, либо Ahrefs. Сейчас я покажу, как найти все плохие ссылки, которые адресованы на вас извне. Я думаю, с Ahrefs из вас все знакомы. И как ним пользоваться? Мы, конечно же, пользуемся сайт Explorer. Заходим на сайт, который у нас есть. И изучаем ссылочный профиль, который на нас ссылается. У нас доменов, конечно, много, но на некоторых ситуациях может быть гораздо хуже, и доменов может быть гораздо больше. Заходим сейчас в бэклинки. И нам нужны домены. Не сами бэклинки, а конкретно домены. Поэтому мы делаем одна ссылка на домен, чтобы она оставила наиболее трастовые ссылки на домен. И теперь делаем по URL-рейтингу, сортируем их наоборот, снизу вверх. И видим ссылки, с которых идет на нас пересылка. То есть и мы видим ссылки с мертвых сайтов, которые на нас могут ссылаться. То есть есть мертвые сайты, есть не мертвые сайты. Если мы видим сайты, которые точно мусорные, мы можем их спокойно выкачать. Вот, например, вот такие вот XYZ. То есть мы можем их выкачивать и сортировать. Если мы скачаем этот список доменов, мы можем его изучить и в Excel почистить. Как только мы это действие сделаем, немножко долго работает, но это нормально. То есть, вот и так у нас открылся список доменов. И теперь мы должны определить, какие ссылки на нас ссылаются. То есть какие ссылки на нас идут. То есть мы должны изучить link URL, посмотреть на него. Referring page URL. Это на какую страничку ссылаемся и с какой. И, конечно же, изучить, какие ссылки на нас ведут. По домен-рейтингу, по URL-рейтингу, все, что имеет очень низкий рейтинг, однозначно может быть мусорным.
Учтите, что ссылки, которые, допустим, могут быть вполне естественными, могут быть, ну, сделаны, конечно, с доменов, которые вам нужны, ну, то есть, которые вы делали сами по линкбилдингу. Вы должны эти ссылки, конечно же, оставить, в то время как от остальных избавиться. Поэтому, вот, например, вот со Scholar, вот, например, ситуация, эти ссылки нам все нужны, поэтому все, что они здесь есть, они нас все устраивают. К примеру, мы берем их и удаляем из общего списка и оставляем только те, которые нужны. Допустим, нас интересуют все ссылки, которые сделаны на главную. И вот мы видим, что на главную с таким вот рейтингом сделана куча мусорных ссылок. Вот мусорные ссылки, вот они есть. Вот мы сейчас на них смотрим. Эти ссылки нужно непосредственно превратить в домены и закинуть в индекс. То есть мы видим даже, что они nofollow. Ну, зачем они нам нужны? Даже если это nofollow. Итак, после того, как мы эти домены выбрали, нам, то есть ссылки выбрали, нам нужны домены. Чтобы сделать домены, мы их копируем, заходим непосредственно в наш сервис. Сейчас мы в него зайдем, seoquick.com.ua. Сервис, который генерирует домены в URL. Закидываем их и конвертируем. И получаем домены, которые нам не нужны. Копируем. Ради интереса можем проверить их. Сравнение доменов. Конечно, не сравнение доменов, пакетный анализ. Мы можем на них посмотреть, убедиться в том, что эти домены мусор. И да. Сами домены практически мертвые. Поэтому мы можем смело эти домены сохранить и непосредственно закинуть в Dizavol. Что такое Dizavol, мы рассмотрим дальше. Есть сервис, в котором мы можем пожаловаться на ссылки, которые на нас, ну, которые сделали на нас конкуренты. И для этого мы должны зайти в Google и вбить Dizavol links. Этот сервис мы оставим на нашем сайте, ссылочка будет в описании, то есть на нашем видео вы сможете зайти. И в этом сервисе вы можете зайти, выбрать текстовый файл и отклонить те самые ссылки, которые мы выловили через этот метод. Учтите, такое сканирование, здоровое сканирование нужно делать где-то раз в 2 месяца, раз в 3 месяца и вычищать этот мусор. А хрест в этом плане, конечно, очень идеален. Вы дополняете эти домены, каждый раз этот файл расширяете. Сейчас я не буду этого делать полностью, потому что у нас этот файл уже гораздо больше. Вот. Почему? Потому что ну, фактически вы его выбираете и загружаете этот файлик, просто, который вы создали. Итак, Dizavol работает исключительно только в Гугле, в Яндексе этого метода не существует. В Яндексе для того, чтобы отклонить ссылки, вам нужно писать в техподдержку Яндекса и просить их снять ссылки. Более того, это может не факт, что сработать. Второй вариант, вам нужно связываться с площадками и просить, чтобы они ссылки отклонили. В этом плане Яндекс очень сильно уступает, и мы можем так сказать, что на текущий момент Google на голову выше Яндекса по функционалу и по возможности управления ссылками. Даже Bing, который считается хуже, чем Яндекс, имеет такой же самый инструмент. Итак, как вы поняли, можно легко бороться с конкурентом, который на вас навешивает кучу мусорных спамных ссылок. А если конкурент продвигается такими методами довольно успешно, например, там выстроил сетку ПБМ, там чего угодно, и в итоге получает огромное количество трафика. И что же тут делать? Как же ну, бороться с такими конкурентами, которые действуют грязно? На самом деле есть тоже способ, и этот способ очень, я бы сказал, такой, кому-то может нравиться, кому-то не нравится, но этот способ не будет такой, ты же мужик, ты же не пожалуешься. Да, можно пожаловаться в Google и сказать, этот парень покупает ссылки. Этот парень делает грязные ссылки. Я могу доказать, что он покупает ссылки. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, переходим к следующему этапу этого видео. Да, на самом деле этот инструмент найти не просто. Ссылочку я оставлю в описании. Это инструмент, который позволяет пожаловаться на мусорные грязные ссылки. И в этом видео здесь на самом деле все очень просто. Вы указываете, здесь один сайт, здесь второй сайт. И жалуйтесь на него. Учтите, что жаловаться, допустим, на Miralinks, который продает ссылки, на клиента, который покупает ссылки, бесполезно. Miralinks продвигаться особо не обязательно. Он по брендовому запросу прекрасно себя чувствует. Так что на Miralinks вас, пожалуйста, не выйдет. Но если вы узнали, что какой-то сайт продал ссылку и какой-то сайт ее купил,
И это легко можно доказать, что ссылка неестественная. Здесь это в дополнительных сведениях прописывается, что ссылка неестественная, там платный анкор встроен в текст, то есть абзац не соответствует тому, что есть. То есть банально, либо что ссылка сквозная, то есть партнерская, сделана там дофоллоу, передает вес. Ну, таким образом можно избавить вашего конкурента от жирных ссылок, которые у него есть. А жирность этих ссылок можно проверить в том же Ahrefs, проверить. Дают ли они там под какой-то трафик, дают ли они какой-то вес, то есть по домен-рейтингу, по URL-рейтингу можно проверить вес исходящих ссылок. Поэтому да, этот инструмент есть, он существует, Google его создал очень давно, и пожаловаться всегда есть возможность. Поэтому инструмент, ссылочку я оставлю в описании, можете попробовать попользоваться, как он работает, и рассказать в комментариях, у кого как получилось бороться с конкурентом. Сейчас мы рассмотрим еще ряд инструментов, которые тоже существуют в вебмастере. Некоторые из них мы уже рассмотрели, некоторые, которые являются скрытыми, но сейчас некоторые, которые вы, возможно, знаете, тоже спрятаны в панели инструментов. Итак, смотрим и изучаем. Итак, вот Google панель инструментов, которая содержит информацию о веб-спаме. Первую ссылочку мы уже рассмотрели, это платные ссылки, то есть здесь мы не будем останавливаться на ней. Следующее — это неприемлемое содержание. Здесь мы попадаем на Google справку, которая позволяет настроить просто безопасный поиск. Ну и можно тут пожаловаться там на безопасность в интернете. Здесь фактически ничего полезного для нас нет. Здесь можно пожаловаться на страницу, если она заряжена вирусом. Если вы каким-то образом узнали о вирусе, вы можете с легкостью пожаловаться на страницу и сказать, что этот сайт распространяет вирусы. Яркий пример, да, если вы заметили, что сайт конкурента заражен вирусом, вы можете на него пожаловаться, он надолго выпадет из индекса. И, конечно же, вы будете очень довольны и счастливы, да, пока он будет с ним разбираться и доказывать, что он сайт почистил. Это занимает довольно прилично времени, как показывает практика. Мы сталкивались с этим на примере наших клиентов. Да, выпадает конкурент надолго, поэтому есть, конечно, грязная тактика взломать, заразить сайт, а потом пожаловаться в Google. Да, такая она существует, грязная тактика по борьбе с конкурентами. Поэтому мы не можем не остановиться, что такой метод есть. По поводу другими проблемами, которые, может быть, связаны, здесь можно перейти, посмотреть этот сервис. И здесь просто банальная справка, в зависимости от того, как она работает. То есть вы можете изучить здесь все детали, здесь, как пожаловаться сайт на определенные виды контента, здесь можно тоже изучить. Это все переходы на справку, а не на инструменты. А мы сейчас говорим про инструменты. Если страничка раскрывает вашу личную информацию, вы можете попросить, чтобы информация из Гугла была удалена. То есть можно сделать запрет на определенное здесь через диалоги, то есть как можно защитить сайт от показа вашего контента. Здесь вы можете тоже изучить все более детально. Ну и, конечно, можно изучить фишинг. Что такое фишинг? Да, вы знаете, да, что страница копирует внешний вид, обманывает, собирает пароли. Если вы обнаружили, что ваш конкурент действует грязным методом и под вашим видом собирает, мягко говоря, заявочки, пожалуйтесь на него и попросите, как говорится, Google, чтобы он разобрался с таким нечестным конкурентом. Да, такой вид конкуренции тоже существует. Кто-то может взять, допустим, назвать свой сайт SEO Quick, поменять URL немножечко и по запросу SEO Quick частично пытаться собирать трафик. Ну, конечно же, если Google его долгое время не будет распознавать как фишинг. Ну, точно так же может касаться и ваших конкурентов, особенно когда у вас как таковой домен совпадает с другими там какими-то популярными словами. Иногда, когда идет какая-то игра слов, да, и вы так назвали свой бренд, иногда люди вбивают эту игру слов, и иногда показываетесь не вы как бренд, а просто люди это ищут. Иногда бывают такие неудачные варианты нейминга, да. Заметьте, что сладкая содовая называется не сладковая содовая.com, а coca-cola.com, либо pepsi-cola.com. Обратите на это внимание, да, бренды существуют не просто так, во-первых. Итого, для того, чтобы бороться с грязной конкуренцией, да, можно и защищаться таким образом и фишингом. А как же обстоит ситуация у Яндекса? Вот реально, а как же Яндекс защищается таким образом, позволяет защититься от воровства контента, от некачественных ссылок? Здесь дела обстоят гораздо хуже, и сейчас мы это рассмотрим. У Яндекса в блоге опубликована достаточно давно статья «Как защищаться от копирования, от воровства контента». Здесь она рекомендует, что нужно заранее защищаться от копирования текстов. То есть по факту все написанные тексты вы должны заранее заливать непосредственно в раздел «Оригинальные тексты». То есть если это делать непосредственно в вебмастере, в вебмастере вы заходите, выбираете нужный вам сайт. Сейчас мы это вам покажем. Вот вы заходите, выбираем
Так, это другой аккаунт. Сейчас мы перезайдем на наш нужный. Вот. Заходим в веб-мастера. Выбираем инструменты. Информация о сайте, оригинальные тексты. И здесь вам нужно отправлять ваши оригинальные тексты на сервер. Когда вы пишете статью, закидываете ее сюда. Единственный минус 32 тысячи символов потолок. Поэтому нужно распределять текст. Лимит 100 текстов в день. Ну, то есть сервис работает очень просто. Вы закидываете ваши тексты. Яндекс будет заранее определять, что текст появился раньше, чем у вас, и таким образом вы защититесь копирования. Как пользоваться этим сервисом? По факту, если копирайтер вам написал текст, его нужно заливать сразу же сюда. То есть почему? Потому что таким образом вы защититесь от копирования. Если у вас текст сворует, Яндекс может как принять точку зрения, что этот текст был ваш, так и принять точку зрения, что текст был уже у других. Поэтому единственный способ – это, как говорится, брать зонтик заранее до дождя и заливать тексты гораздо раньше. Если вы этого делать не будете, то вероятно, что ваши тексты просто кто-то перепечатает себе и будет собирать ваш трафик. То есть единственный способ. А как же быть тогда с ссылками? Как я сказал в начале нашего видео, у Яндекса все реализовано примерно похоже через техподдержку. То есть фактически тот сервис является обращением в техподдержку, так и этот сервис является обращением в техподдержку. Но для того, чтобы обнаружить эту ссылочку на техподдержку, довольно приходится потратить много времени. То есть если с оригинальными текстами все понятно, мы делаем вебмастера и заранее себя закрываем, то есть про этот блог, наверное, знает каждый ленивый. Думаю, если вы и так знали, вы можете написать в комментариях, там, если для вас это было в новинку узнать про оригинальные тексты. То по поводу ссылок не все так очевидно, и пожаловаться, например, на то, что кто-то из конкурентов продвигается ссылками либо занимается чем-то нехорошим, можно только через определенные формы. Эти формы найти можно только через поисковик. Итак, я сейчас покажу, как в Яндексе можно пожаловаться на те или иные моменты и как защититься от некачественных внешних ссылок на свой сайт тоже. Если посмотреть блог Яндекса для веб-мастеров, мы можем заметить, что Яндекс уже по этому поводу публиковал, рассказывал про свои алгоритмы, все у него прописано, то есть это все можно посмотреть, можно даже посмотреть там принципы Яндекса, там принципы некачественного сайта, то есть всю эту информацию, за которые сайты могут быть исключены, тут описание всех фильтров, но вопрос там, вот есть тут кнопочка написать службу поддержки, вы попадаете на соответствующий блог. То есть и вы можете пожаловаться на те или иные сайты, которые там используют SEO-тексты, обманывают там платными подписками. То есть в зависимости от того, какой вид нарушения, можно на него пожаловаться. То есть мы ищем ссылки. Переходим. Здесь получается, можно пожаловаться, что типа, если на вас делали ссылки, то есть если у вас был. А если они были у конкурента, как же это сделать? Я нашел ссылочку, соответственно, я ее оставлю тоже в описании. Так. И сейчас мы на эту ссылочку перейдем. Вот я ее нашел. Пожаловаться на спам или вирусы. И здесь мы можем пожаловаться на поисковый спам. И здесь сообщить, что такая-то страница, такой-то запрос. Можно увидеть то, что он не соответствует запросу, что он занимается тем, что можно выбрать другое и пожаловаться на непосредственно продвижение ссылками. То есть, как вы видите, найти эту страничку было бы не очевидно. Поисковый спам – это, ну, такое общее выражение этого запроса. То есть, по факту, поисковым спам являются любые методы продвижения, которые являются неестественными. Если вы видите, что в выдаче по какому-то запросу выводится не то, что нужно, вы можете таким образом пожаловаться Яндексу и сообщить о найденной вами ошибке. Итого, здесь интерфейс очень простой. Мы выбираем поисковый спам, заполняем какая страница, какой поисковый запрос, комментарий и обязательно скриншот. Чем больше скриншотов, тем лучше. Более того, если вы аргументированно можете сказать, что этот сайт там продает ссылки, постарайтесь изложить это в запросе и показать как результат. Что вот он, неестественно продвинут в топ, хотя сайт является не тем и мусорным. По поводу вирусов. Мы уже говорили, что система жалобы на вирусы аналогична. Если вы видели, что сайт содержит вредоносный код, вы можете на него также пожаловаться. Фишинг я рассказывал по поводу в прошлом. То есть здесь вы очень просто, если вы заметили, что некий сайт копирует вас, либо копирует сайт какого-то известного сервиса, вы это обнаружили, но можно на него пожаловаться в Яндекс и получить, соответственно, результат, что... Кстати, не стоит забывать, что все рассмотрения идут не быстро, а обновления выдачи могут идти и то дольше.
По поводу нежелательного ПО это аналогично, то есть в принципе это если сервис распространяет софт, например, пиратский софт, можно на него тоже пожаловаться и исключить его из выдачи. По поводу другого, здесь я вот и рекомендую, собственно, отправлять еще запросы, связанные вот с нехорошим методом продвижения и тому подобное. То есть здесь, как вы видите, в принципе, в этом разделе частой помощи не так сразу это можно найти. Я нашел это в предыдущем разделе. Вот, пожаловаться на спам или вирусы в разделе обратной связи. По поводу пожаловаться на копирование информации с моего сайта. Я нашел эту страницу справки, изучил. Но здесь ничего не нашел. Как вы видите, по поводу копирования контента, здесь ничего нет. То есть, по факту, для исключения сайта из поиска этого недостаточно. То есть, нужно фактически администратор сайта, законные способы. То есть, это все вопрос надо решать, получается, через суд. А в то время как у Google есть вполне нормальный инструмент, который защищает своих пользователей просто напрямую, действуя согласно американского, правда, законодательства. Но оно достаточно простое и понятное. Здесь же, по факту, в Яндексе вас могут просто-напросто копировать контент, копировать ваши сайты. Яндекс, конечно, борется с неуникальностью, он неуникальные сайты понижает. Но все равно, где-то вы можете не продвинуться, а конкурент продвинется по слабому контенту и вылезет в топ, и вы ничего с этим сделать не сможете. Единственный момент, только таким образом доказывать еще изначально в вебмастере, что это контент ваш, единственный способ, у вас другого способа нет. То есть подытожим по факту, что можно сказать про Яндекс и про Google. Итак, подведем итог. Что мы имеем в сухом остатке? В Google у нас есть достаточно обширный инструментарий, в котором мы можем как пожаловаться на украденные картинки, пожаловаться на украденный текст. Мы можем даже пожаловаться на конкурента, что он занимается нечестным методом построения ссылок. Мы можем в Google защититься от некачественных ссылок. Да, мы можем это сделать, мы можем защититься. В то время как у Яндекса мы по факту имеем возможность превентивной защиты только контента. То есть мы должны заранее сообщать, что это контент наш, и у нас его могут в любой момент украсть, включая фотографии. Фотографии по факту даже никак толком-то и не защищены. Вы не можете доказать, что эти фотографии ваши. Пожаловаться на украденные картинки даже способа у вас никакого нет. И это серьезный, как говорится, минус по поводу Яндекса. Если вы можете меня поправить, напишите в комментариях. Но по поводу картинок я не нашел никакой информации по Яндексу. По поводу ссылок. Если вы можете, например, просто сообщить, что какой-то сайт занимается нечестным методом продвижения через косвенный такой метод, то время защититься от некачественных ссылок вы не можете никак. Есть соответствующая страничка в Яндексе, ссылочку я оставлю в описании, не буду про нее ничего говорить. Я рассказывал это в прошлых видео. У Яндекса нет аналога дизового инструмента. Вы не можете собрать домены, которые вы считаете некачественными, и закрыть их. То есть, по факту, если на вас конкурент выстраивает ссылки, а потом жалуется на вас, то есть он реально выстраивает там SEO-ссылки, а потом кидает на вас репорт, вы можете слететь просто так. И реально есть такие случаи, думаю, если кто-то с этим столкнулся, напишите в комментариях, кого таким образом конкуренты кикнули в Яндексе. Если такого не было, то, возможно, напишите мне: Николай, вы не правы, возможно, такое вообще априори невозможно. Ну, если смотреть на чисто справку, что они работают только алгоритмами и нет способа ручного метода защиты через вебмастер, но у меня только такие идеи приходят в голову. Ну и, конечно же, чем мне Яндекс не устраивает, конечно же, это в принципе, что все как-то так спрятано через справку. Если у Гугла, просто тоже вообще эти инструменты спрятаны, то у Яндекса из-за запутанной справки я не понял, какие виды репортов, как отсылаются и где за ними следить. По факту, отправляя репорт, у вас нет сервиса по отслеживанию этих репортов, в то время как у Гугла он есть и можно проследить, как вам ответили. Более того, заявки на рассмотрение воровства контента рассматриваются на сайте lumendatabase.org, и там можно посмотреть результат, он публичный, когда какой-то сайт украл контент у другого сайта, это рассмотрели, данные по решению Гугла, у Google по американскому законодательству удалил, это все можно увидеть публично, в то время как у Яндекса это все закрыто, это не афишируется и никак не понятно, то есть по факту закрытость вот этой фактически информации, невозможность отслеживания, ставят Яндекс на второе место по сравнению с Гуглом даже в этом вопросе. Хотя вроде бы защита контента у Яндекса всегда считалась там типа коньком. На самом деле нет. Итак, если у вас остались вопросы, задаем в комментариях. Что я еще не рассмотрел, обсудим тоже в комментах, допишем в описании. Также не забываем подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик, само собой рассказывать друзьям и, конечно же, до новых встреч.